Здравствуйте, друзья! Вот мы продолжаем изучать конструкцию нашего марсохода, которую собрал Семен Кудаев. И теперь мы поставили и передний мост тоже в эксцентриковое положение. Видите, он у нас немножко наклонен в кривом таком состоянии. Теперь он у нас будет шагать всеми четырьмя колесами. Давай, включай, посмотрим, как будет. Вот видите, он переваливается раз, раз, в эту сторону, в эту сторону. Вот, и получается, какая бы неровная дорога ни была, он с этим препятствием сможет справиться, он через него перевалится. Вот. Если бы это была конструкция с центровым креплением колес, она, конечно, бы не смогла это сделать. Она бы уперлась в какую-то кочку, в какой-то бугорок, который выше, чем ее дорожный просвет. И все. А это он ее будет медленно, но преодолевать. Поэтому в космических исследованиях такие вот аппараты имеют вот такое вот крепление колес. Эксцентриковые, то есть смещенные от центра. Смещенные от центра. Вот остановим, давай, и посмотрим. Здесь, видите, три отверстия для того, чтобы ось вставить. Вот самый верхний, это центральный, видите вы, в центре радиуса, в центре окружности, чуть-чуть пониже, и вот сейчас третье, куда мы укрепили. Вот оно дальше всех от центра смещено. Ну все, до новых встреч. Занимайтесь в технических кружках.